Всем привет! Это кет-рецепты. Сегодня приготовим очень вкусную рыбу дорадо, запеченную в духовке. Рецепт очень простой, а такую рыбу можно подать и на праздничный стол. Я взяла две тушки дорадо, они у меня были свежемороженые. Сейчас я их буду подготавливать, уберу внутренности и очищу от чешуи. Этот момент я оставила за кадром. Рыба подготовлена, очищена от чешуи, удалены жабры и внутренности. Рыба хорошо промыта под проточной водой. Перед запеканием ее нужно промариновать. Для этого я буду использовать оливковое масло, пару зубчиков чеснока, мякоть лимона, соль, перец и дольки лимона. Подготовленную рыбу кладу на доску и делаю вот такие надрезы. Два неглубоких надреза под углом с одной стороны и два с другой. Рыба дорадо считается ценной по своим вкусовым качествам, жирностью, и мясо у нее без костей. В чашу блендера отправляю пару зубчиков чеснока и мякоть от пару долек лимона, соль, перец и оливковое масло. Перебиваю все в однородную массу погружным блендером. Маринад для рыбы готов. Рыбу перекладываю в форму и смазываю ее маринадом сверху, в прорезях и внутри. Оставляю промариноваться на 15-20 минут. Затем в прорези вставляю по одной дольке лимона. Перекладываю в форму для запекания. Ставлю запекаться в заранее разогретую духовку до 220 градусов на режим гриль-конвекция на 15 минут. Через 10 минут достаю и промазываю кусочком сливочного масла. Температуру в духовке убавляю до 180. Оставляю запекаться еще на 10 минут. Рыба сверху должна красиво подрумяниться. Запеченную дорадо подаю на подушке из листьев шпината, украсив помидорами черри. Это очень вкусно! У этой рыбы мясо без костей, нежное, сочное и жирное. Очень вкусно! Попробуйте приготовить, если никогда еще не пробовали дорадо. Разнообразьте свой кето-рацион. Подписывайтесь на канал, впереди будет много интересных видео. Просматривайте другие рецепты, собранные в одном плейлисте. Его оставлю под видео в описании. Всем пока!